Доброе утро, дорогие друзья. Белорусы употребляют соли в два раза больше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Вместо 5 граммов соли в день мы едим около 10. Как любовь к соли отражается на здоровье, узнаем сегодня у врача-терапевта высшей категории медицинского центра Елены Бурак. Доброе утро, Елена Михайловна. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас очень видеть. Вот расскажите, как понять, что в организме слишком много соли? Какие симптомы того, что мы слишком много соли едим? Ну, конечно же, симптомы избытка соли в нашем организме, они явные, они видны невооруженным глазом. Это прежде всего отеки. Потому что соль, конечно же, самая ее основная функция – это задержка жидкости в организме за счет того, что она содержит натрий, хлор, задерживается и вода. Они притягивают эту воду, как губка. Поэтому отеки прежде всего. А еще? Конечно же, надо сказать о том, что соль влияет на многие системы нашего организма, и избыток ее отражается на состоянии желудочно-кишечного тракта. Это, конечно же, обостренные гастриты и связанные с этим проблемы – боли, дискомфорт и тяжесть. Конечно, солевые продукты возбуждают аппетит. Поэтому, конечно, это тяга к еде, к чему-то острому, жирному, сладкому, поэтому налицо лишний вес у человека. Ну и, конечно же, это проблемы с болезнями системы кровообращения и вообще с сердечно-сосудистой системой. Так как задерживается жидкость, люди страдают повышенным артериальным давлением. И это очень важно. И это, конечно же, очень большая проблема для таких людей, страдающих артериальной гипертензией. Пересоленная пища все-таки сказывается на их самочувствии, на их состоянии. Ну и другие состояние сердца, сердечной недостаточностью усугубляется, так как это объем зависимое состояние. И лишняя жидкость, которая в нашем организме присутствует, сказывается на этом. Елена Михайловна, а вот такое понятие я слышал, отложение солей, это тоже сюда? Конечно же. Соль и избыток соли в нашем организме сказывается на состоянии костно-мышечной системы, она теряет свою эластичность, структуру, и кости становятся более хрупкими, снижается объем движений в костях, в суставах, поэтому это тоже проявляется в виде болей в суставах, какой-то скованности мышечной. Ну и, в общем-то, хочется сказать, что подвержены солевым воздействием больные почки, поэтому нарушается выведение, и могут образовываться камни как в почках, так и в желчном пузыре. Поэтому вот это совсем немногие такие проявления. Так и соли-то перестанешь совсем уже. Но да? Отказываться от соли полностью нельзя. Я узнала, что за год человек потребляет около 7 килограмм соли. 7 килограммов соли. Ну вот 7 килограммов есть ни в коем случае, конечно же, не стоит. Но вот, друзья, соль не такая вредная, как вот мы сейчас услышали. Ее нужно употреблять. Давайте посмотрим об этом сюжет. В античные времена ею выплачивали жалования, а за пару кирпичиков этого минерала в Древнем Риме можно было купить раба – соль. В современном мире мы прекратили встречать гостей хлебом с солью, потому как отовсюду твердят – соль – белая смерть. Но так ли это? Убирать соль полностью из рациона нельзя, потому что она крайне важна для организма, нарушается водно-солевой обмен, работа желудочно-кишечного тракта, нервная проводимость нарушается, если убрать соль из рациона. Поэтому обязательно подсаливать пищу нужно. Стоит отметить, что эксперименты с бессолевыми диетами могут привести к массе проблем в организме. Опять же, можно вернуться к урокам истории. Например, войска Наполеона в 1812 году умирали во время отступления от Москвы, поскольку их раны не заживали из-за отсутствия соли в организме, так как во Франции в то время на нее действовал специальный налог или габель. В Европе 70-75% соли поступает из технически переработанных продуктов, например, такие как колбаса, пельмени. Если их убрать, то примерно 70% соли своей мы сможем контролировать. Тем более, что в современном мире соль существует на любой вкус и с разными свойствами. Помимо привычной поваренной, уже практически в арсенале у каждой хозяйки можно обнаружить морскую. Лучше все-таки отдавать предпочтение морской соли, так как йод в ней находится в связанном состоянии и не расщепляется, не испаряется при варке, приготовке. До 90% макроэлементов, в том числе калий, магний, медь и кальций, содержатся в гималайской соли или розовой. Она способствует нормализации пищеварения, укреплению костей, улучшает работу сердца и поднимает иммунитет. А вот людям с повышенным давлением лучше выбрать черную соль. Она производится в Индии. Там меньше натрия, а значит задержка жидкости в организме также меньше.
5 граммов – безвредная суточная норма соли для человека. Но учитывая, что ее мы активно получаем из биологической пищи, а посолить в принципе любим, норма может нарушаться. В сезон шашлыков мы с шеф-поваром и мастером по барбекю Павлом Галенковым приготовили куриное филе без грамма соли. Его мы нашпиговали шпинатом, особенно богатым йодом, и сыром фета. В его состав входит натрий, а что не заставит вас потянуться к солонке. Овощи для гриля мы замариновали при помощи лимонного сока. Он укрепит ваши мелкие сосуды. Туда же добавили соевый соус, который соленый сам по себе. Плюс ко всему замедляет процесс старения. Приятного аппетита! Вот такой вот интересный, наверняка полезный рецепт для нас с вами, чтобы мы с вами меньше солили. Лена Михайловна, то, значит, нужно отказаться от соли, от большого количества употребления. А как это сделать, если ты привык все, думаю, посолить, поперчить? То есть нужно себя просто коренным образом ограничить в этом? Ну, вы знаете, наверное, как и во всем, должна быть мера. Поэтому люди, которые имеют какие-то отклонения в здоровье, должны все-таки ограничить потребление соли и прежде всего привить себе привычку не досаливать пищу. Можно даже на некоторое время отказаться от приготовления всей еды с добавлением соли, потому что соль, конечно, содержится и в хлебе, и в твороге, в сырах, в каких-то других продуктах, в достаточно большом количестве, содержится в приготовленном мясе, которое мы очень часто едим. Поэтому ничего страшного с нашим организмом не будет. Поэтому соль, конечно же, будет поступать в организм с этими обычными продуктами, которые мы кушаем каждый день. Но вот если нужно все-таки посолить, то какую соль лучше выбрать? Вот мы говорили о поваренной, гималайской, индийской, разной. Черной соли. Да, соли на самом деле очень много разновидностей на нашем рынке, поэтому, конечно, лучше употреблять соль более крупного помола, серую соль с добавлением йода. Сейчас есть соль, которая содержит меньше натрия и содержит калий. Угу. Она будет меньше задерживать жидкость. Но всевозможные другие виды соли, это уж на любителей, я думаю. А вот еще интересно, вот все мы говорим о том, что соль вредна, не полезна, и очень много из-за того, что там есть натрий, да? Да. Фастфуд мы едим, и там содержится натрий, но об этом как бы всем известно. А в каких продуктах еще есть тот самый натрий, который нежелательно употреблять? Вообще нельзя. Ну вот я сказала, что в хлебе очень много соли и натрия. Сыры очень много содержат соли. Как ни странно, помидоры очень много содержат. Неожиданно. Натрия. Да. Вот, поэтому вот кто кушает помидоры... А лучше, еще любят посолить? Да, лучше любят посолить, но лучше их и не солить, потому что на самом деле там много очень естественного натрия содержится. Ну, из других продуктов... Маринады, конечно же, содержат и соусы, то есть то, что мы любим, конечно же, кетчуп и майонез, поэтому людям, которые ограничены в соли, должны их готовить самостоятельно. И то, что вот упоминали соевый соус, все-таки он готовится на основе поваренной соли. Угу. И говорить, что это бессолевое состояние, нет. То неверно. Есть он, в общем-то, по соли содержит много ее, поэтому немножко надо его тоже ограничивать. Так а чем все-таки заменить соль? Хорошо, вот мы вроде бы как и продуктами какими-то можем, но там же опять она содержится. А отказаться мы не можем. Что тогда есть? Ну вот должна быть мера, какая-то золотая середина. Что тогда кушать? Просто готовить овощи, фрукты, ягоды, кисломолочные продукты разрешены, сухофрукты, какие-то овощные, рыбные блюда, которые, в общем-то, имеют свой какой-то богатый вкус и без соли. Поэтому, поверьте мне, в течение 5-7 дней человек привыкает к тому, что пища раскрывает свой вкус и без соли. Поэтому, но надолго это делать не надо. То есть 1-2 недели человек очищается, в общем-то, от избытка соли и может вернуться к обычному своему пищевому рациону. Слушайте, ну последний вопрос. Ну а если я ем соленые и мне нравится, я себя хорошо чувствую? Тебе кажется? Скажите. Наверное, это такое кажущееся, да, состояние, потому что рецепторы все-таки привыкают к какому-то определенному виду пищи, и все это привычка. Все понятно. Спасибо. Спасибо, Елена Михайловна. Спасибо. Я еще раз напомню нашим зрителям о том, почему не стоит увлекаться солью и какая альтернатива соли существует. Нашим зрителям сегодня рассказала врач-терапевт высшей категории медицинского центра Елена Бурак.